Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко «Дача, сад, огород, цветы». Домашнее вино, замечательное вино, очень вкусное и полезное. И бокал вина всегда приятно выпить именно домашнего, без химии, без каких-то дополнительных ингредиентов. Это же замечательно. И вот на солнце оно просто светится, вот с этого винограда вот такое вино можно приготовить. И сегодня мы ведем репортаж с места, где у нас растет виноград, на беседке здесь, в высоте, мы расскажем вам о том, что, когда можно сделать, собирать виноград, и что, в какие дни благоприятные нужно сделать вино, чтобы оно получилось вот таким замечательным, красивым и вкусным. Итак, гороскоп, астропрогноз на сентябрь месяц для того, чтобы приготовить домашнее вино. Начинается этот период в знаке Стрельца. Растущая луна, как раз замечательное время для того, чтобы делать вино, собирать виноград и делать вино. И, кстати, как раз Стрелец, Овен и Лев, но в данном случае у нас Лев выпадает, это очень хорошие знаки, это дни плода, и в это время хорошо собирать урожай, и виноград, вино получается изумительное, очень красивое на цвет, ну и качество его высокое. Итак, в Стрельце растущая луна 5 сентября после 6 часов утра начинается, 6 сентября все 24 часа и 7 сентября все 24 часа. Ну и луна из знака Стрелец переходит сразу же в знак Козерог, снова же при растущей луне, поэтому 7 сентября тоже как раз часть Козероги, все 24 часа можно собирать виноград, 8 сентября все 24 часа и 9 сентября все 24 часа. И затем как раз очень хороший период, смотрите, с 5 по 12 включительно как раз можно без перерыва заниматься именно сбором винограда и переработкой, то есть готовить его для того, чтобы оно играло. Поэтому Водолей, растущая луна, следующий период как раз переходит из знака Козерог, луна. 10 сентября все 24 часа, 11 сентября все 24 часа и 12 сентября только до 11 часов. Постарайтесь даже 12 сентября или рано утром, или вообще его исключить, потому что следующий знак как раз у нас будет влажный. И поэтому загнивает зерно, которое переработано, перемелено. Старайтесь 11 числа завершить эти работы, и тогда как раз очень хорошо получится играть вино и готовиться к тому, чтобы затем в бочке быть перелитым. Ну, а затем у нас уже убывающая луна. Я всегда использую первую неделю при убывающей луне. Энергии очень много. И использую для того, чтобы приготовить, собрать урожай и приготовить вкусняшки. В данном случае у нас уже 15 сентября, после 2 часов ночи. Значит, убывающая луна будет в знаке Овен. И в этот период как раз уже 15 сентября днем можно собирать виноград и делать с него вино. 16 сентября все 24 часа и 17 сентября все 24 часа. Затем луна переходит как раз в знак Телец. Замечательное время тоже для приготовления вина. Итак, 17 сентября все 24 часа, 18 сентября все 24 часа и 19 сентября все 24 часа. Но если вдруг не успели в этот период собрать виноград и сделать вино, и он созревает к последней декаде, то здесь есть один период очень хороший, тоже можно его использовать. Это знак воздуха, это близнецы. 20 сентября все 24 часа и 21 сентября тоже все 24 часа. Ну вот такой у нас гороскоп для приготовления очень вкусного, полезного напитка домашнего вина из винограда. Можно добавлять другие ягоды, фрукты, которые есть, и делать очень вкусный такой микс для того, чтобы зимой, весной и последующие годы еще получать удовольствие от этого прекрасного напитка. Ну а сегодня с вами были Раиса Гриченко и Александр Воли, которые поделились информацией, своим планом работ сбора прекрасного винограда. Он уже на юге созрел и очень сладкий, вкусный, как никогда в этом году. Поэтому собираем виноград, делаем вино и потом наслаждаемся прекрасным вкусным напитком. Мы прощаемся. На сегодня у нас все. Пока-пока. До новых встреч в новых